В конце лета в сети в очередной раз заговорили об интересном положении знаменитой журналистки Ксении Собчак. Поводом для появления сплетен стали свежие фото знаменитости. На них у бойкой блондинки заметен округлившийся животик. Пока публика терялась в догадках, обсуждая метаморфозы, произошедшие с Собчак, та отмалчивалась. Однако в интервью казахстанской журналистки Динары Саджан Ксения все же расставила точки над «и», сделав заявление об интересном положении. Российская теледива призналась, что очень растолстела за последние несколько месяцев. «Нет, я не беременная, это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти», — сказала, как отрезала теледива. На съемочной площадке проекта «DS-шоу» Ксения Собчак появилась в просторном наряде. На жене режиссера Константина Богомолова были светлые брюки, огромная белая рубашка и темный кардиган с восточными мотивами. Вероятно, теледива стесняется приобретенных килограммов, поэтому скрыла животик под одеждой в стиле оверсайз. Добавим, ранее Ксения Собчак рассказала, что от нее отказался пластический хирург. Доктор не захотел оперировать блондинку и даже не взял с нее деньги за консультацию. Медик заявил, что от Собчак в случае неудачи и осложнений будет много говна. Доктор не хотел лишних проблем.